Народився на Донеччині, Волноваський район, село Хлібодарівка. Коли родина переїхала до Іркутської області, Росія. Майбутньому відомому українському волонтеру Сергію Веремєнку, або Фартовому, був всього рік. У 1997-му сім'я повернулася на батьківщину, а в Миколаєві Сергій оселився всього за кілька років до початку війни в Україні. Майдан, Крим. В голові було багато думок з цього приводу. Хотілося вірити, що все це просто політичні ігри. Втім, конкретику поняли ми, коли попали на 79-ту автомобільну бригаду, на Саур-Могилу, на висоту Браво. Ну, от тоді стало зрозуміло, що все це буде дуже-дуже серйозним мероприятием, неприємним. І до цього часу мало хто знає, і багато хто не вірить, що на так званий антимайдан Сергій прийшов засланим козачком. Я попав туди експромтом і благодаря совету пару друзів. Оказався такий момент, де потрібно було прийняти рішення, розуміючи на ризик, що там настільки було все непонятно, агресивно, що потрібно було цей момент зрозуміти знутрі. Тим більше, вже коли я попав в переговорну групу в обладміністрацію, і перші ж моменти вони змогли вирівняти ситуацію без агресії і не допустити першого захвату обладміністрації зі сторони антимайдану, я зрозумів, що ризик він оправданий і має свої положительні результати. Хоча тоді я тільки почав осознавати, що засунув свою голову в дуже-дуже опасне мероприятие. Про те, чим займається Сергій, не знало навіть найближче оточення. В принципі, всі моменти і якісь люди, які мені підказували і давали розуміння, що я роблю правильно, йдя на такий ризик. Тут же Тарас Дмитрич Кремінь, Ігор Вріченко. Да, Вадим Подберезняк, бывший губернатор, который, к сожалению, немножко как бы так споткнулся, да, Романчук. Встречались по ночам, обсуждали, разговаривали, ломали голову, старались идти на шаг впереди. Но все приближенные, близкие ко мне люди, они в реальности не знали. Многие до сих пор думали, что я где-то в процессе переобувался. Зашел якобы в антимайдан. А по факту потом, понимая, что антимайдан неуспешный проект, и якобы я потом перепрыгнул на другую сторону. Хотя по факту все изначально я понимал, куда я иду, для чего иду и ради чего иду. В Миколаєві дійсно був шанс довести ситуацію до абсурду, так, як це вдалося зробити в Донецькій та Луганській областях. На щастя, цього не відбулось. І причина, на думку Сергія, наступна. Наша реально знаменита 79-та автомобільна бригада, 19-й территориальный батальон, морпехи, Нацгвардия, которая в Николаево. Состав ребят очень большой, и у них есть родственники, у них есть друзья. Когда люди попадают в эту беду, это уже настоящий взгляд. Когда люди рассуждают об этой беде со стороны, сидя дома, то двуякое мнение, это естественно. А уже ребята-то пережили, вы меня извините, страшный момент. Страшно, когда ты не можешь обороняться, когда ты принимаешь бой, но ничего не можешь сделать. А когда ты идешь в бой с ответной работой, так назовем, то это все по-другому. Ребята пережили и, естественно, как бы доносили это родственникам, рассказывали и объясняли, что это, как это, что в реальности это со стороны России. Что это никакие не шахтеры, это никакие не ополченцы, это реально регулярные российские войска. И первые выстрелы, они и вправду происходили со стороны границы. Они происходили даже не с нашей территории, не с Украины. Мы это видели своими глазами. Для меня это являлось тогда пониманием, что агрессия пошла оттуда, и нет никакой народной войны. Коли почались вже повномасштабні бойові дії на Сході, Сергій Веремєнко шкодував тільки про те, що не в змозі одночасно знаходитись в кількох місцях. Здесь нужна была реальность, объяснение того, что происходит там по факту. И больше было желание находиться там, потому что все-таки как бы не было. Детство проходило в тех регионах, я сам с Донецкой области, и местности мне известны очень наизусть. Поля, движения, как быстрее куда попасть, куда проехать, куда переехать. Там родители, и душа, она неспокойна, когда ты понимаешь, что... Там можешь принести пользу, приезжаешь туда, понимаешь, что нужно ехать сюда срочно для того, чтобы собрать эту пользу или получить эту пользу от людей, кому это не безразлично, доставить туда. Реально хотелось разрываться.
Приезжая домой, мы себя здесь чувствовали уже не в своей тарелке. И все, уже туда. Это, наверное, болезнь какая-то. И по мне не может быть такого, что многие говорят фразу: вот, у меня опустились руки там, из-за поведения там, высшего руководства государства там, или из-за власти, я не буду делать там для кого-то. Каждый должен понимать, для кого и для чего он это делает. В первую очередь мы это, и те, кто были со мной, ребята, мы это делали для себя, мы это делали для ближних, мы не делали это там для президента, для Верховной Рады, для каких-то там олигархов страны. Мы это делаем в первую очередь для себя и для своих семей. Волонтером Сергій Веремієнко став випадково. Після розгону антимайдану вважав, що свою місію виконав. Втім, доля вирішила інакше. Саме до Сергія звернулись матері та дружини військових легендарної 79-ї бригади, які в той час, влітку 14-го, знаходились на кордоні з Ростовською областю. У них тоді була проблема з доставкою посилок. И момент был очень накаленный. В этом моменте Николаевская администрация областная, Тарас Дмитриевич Кремень, на тот момент губернатор, они реально откликнулись, и где на собрании матерей в присутствии администрации был задан вопрос матерям, видят ли они выход из этой ситуации. Одна из мам встала и говорит: да, мы видим. Пусть Сергей отвезет посылки нашим детям и привезет нам отчет. Вот с этого все и началось. Сергій зібрав всі ці посилки і поїхав. По-перше, йому не було байдуже до долі цих людей, а по-друге, був знайомим регіон. Туди ми їхали, ще не осознаваючи війни. Ми ж ще не бачили ні взривів, ні ранених, ні пилі, ні запаху пороха. Ще цього як би навіть не присутствувало у нас. От попав туди, віддав посилки і розумію, що світ розділений на дві частини. Когда я попал тогда первый раз в блиндаж, я назвал машина времени ситуацию. Мы попали в 41 год. Землянки, деревянные блиндажи, костер, чай на костре, каски, ребята бегающие, которые суетятся, и суетятся они с утра до вечера, круглые сутки, 24 часа, для того, чтобы ничего не сдвинулось дальше. Взрывы, огонь, порох. Осознавали мы уже, когда ехали обратно. До Бердянска мы ехали, вообще молчали. Вот всей командой, тогда был Руслан, Олег, Илья, мы реально ехали, молчали. Уже в Бердянске на заправке, когда мы понимали, что это уже мирная территория, и не надо оглядываться, потому что тогда были угрозы разных групп, которые перехватывали, там, брали в плен, забирали в заложники, так назовем, диверсионные группы ополченцев, так называемых. Вот тогда мы уже стали на заправке и поняли, что в стране пахнет серьезным кипишем, и этот кипиш, он никак не решится, если не будет в этом движении людей с настоящей мотивацией. Сергій впевнений, що і сьогодні армія тримається на плечах волонтерів. Щоправда, залишилось їх не так багато. Він пригадує свої перші поїздки, коли бракувало досвіду, але був ентузіазм та впевненість у тому, що робить правильну справу. Первую поездку мы пробыли там несколько дней, потому что у нас непосредственно была задача посылки довести до ребят. Мы должны были мамам привезти в минимум фотоотчет, в идеале видеоотчет, где они увидят своих детей, в каком дети состоянии, в моральном состоянии, в физическом каком они состоянии и вообще как они выглядят. За эти несколько дней получилось так, что некоторые ребята, было ощущение, что мы знакомы много лет. И уже когда мы ехали в следующий раз, мы понимали, к кому мы едем. Это во-первых. Мы понимали, что если даже, не дай бог, по дороге мы попадем в какую-то неприятность, самое главное просто кинуть маячок, где мы. Обозначиться, где мы находимся. СМС, на тот момент это все СМС. Хотя мы понимали, что СМС может и не дойти. Но самое важное, скинуть СМС не только ребятам, а как минимум это хотя бы даже нескольким матерям. То есть были мамы определенные, которые понимали, что если им придет СМС с какими-то обозначениями населенных пунктов, и где будет нам написано, ну, хоть какое-то понимание беды с нами, то они, естественно, будут это уже докидывать своим детям, ребятам туда, и ребята уже будут принимать действия определенные. Но, слава богу, такого не было. Был один момент, и он, скорее всего, был больше навернут нами, чем вообще по факту. То есть просто вот страх, он есть страх, у него глаза велики.
Вот страшно, страшно было видеть. Да. А какой это страх? Но Это мы... паника, это ужас, Нет, это что? это самое... Ну, ты понимаешь, что придется давить руками, потому что больше ничего нету. А главное же добраться руками, чтобы у них не было тоже чего-то, что может раньше, чем мы сработать. В той час на фронті необхідно було абсолютно все. Але найбільше хлопці раділи, здавалося б, зовсім буденним речам. Таким моментом, как сгущенка, как пачка сигарет, слабости. Да, как какой-то привет с дому. Вот домашние посылки для них это было... Многие родители, они ж мотались, кто-то оформлял кредиты, покупал бронежилеты, покупал форму, амуницию, упаковывал в посылки, отправлял туда своим детям. То есть это естественно каждому родителю переживать за свое дитя. И возилось много, реально много. Первые самые дни мы ездили, это были машины, забитые родительскими посылками. Потом администрация стала собирать помощь, уже начали грузиться тогда газели, микроавтобусы, уже это пошло более так массивно, уже народ откликнулся. И вот, скорее всего, тогда вот этот переломный момент понимания, что хочет народ Николаевской области, вот он, наверное, начался тогда. Когда пошли первые отчеты, фото, видео от волонтеров, да, когда люди стали видеть, и когда уже у ребят появилась возможность отзваниваться домой, рассказывать реальность событий, и это пошло, так назовем, по сарафанному радио, сосед соседу, друг другу, брат брату, вот тогда люди, наверное, начали понимать, что все это не наигранное, что все это реальность, и, к сожалению, реальность очень плачевная. На початку волонтерства Сергія Веремієнка була лише 79-та бригада. Згодом, знов-таки, завдяки мамам іншого військового підрозділу, Сергію додалось роботи. Його запросили до обласної адміністрації, де тривала зустріч керівництва області з рідними військових 19-го батальйону територіальної оборони. Одна із жінок встала і говорить: «Спасибо вам за те, що вам довіряє мій муж. Он сказал найти вас, и вы сможете сделать то, что нам надо». Вот реально так было сказано. Я понимал, что надо ехать в АТО, но не понимал еще куда. А когда мне сказали, что это уже Волновахский район, и район именно тот, где я родился, это был 19-й батальон, у которого были большие проблемы на тот момент. У них тогда, на тот момент, у большинства не было бронежилетов. У них были недостатки с продовольствием, и тогда произошел этот неприятный момент, когда, ну, так называемые друзья предали настоящих пацанов, развернулись и ушли. Скільки разів він був у хлопців з цього батальйону, порахувати важко. В бліндажі у них Сергій отримав від дружини, яка часто їздила разом з ним, одну з найважливіших у своєму житті звісток. Але подробиці в наступній програмі.